Почта России становится более клиентоориентированной. В частности, в Нарьян-Маре открыт первый участок курьерской доставки. Об этом шла речь на встрече главы региона Игоря Кошина с руководителем управления Федеральной почтовой связи по Архангельской области Григорием Бедриным и директором филиала Почты России в Ненецком округе Юрием Игнатенко. Стороны обсудили перспективы развития почтовой сети не только в центре региона, но и на селе. По словам Григория Бедрина, Почта России становится не только более клиентоориентированной, но и, не получая никаких дотаций от государства, вынуждена зарабатывать средства. Шагом в этом направлении стало развитие службы курьерской доставки по всей стране. Здесь мы открыли участок курьерской доставки, который позволит нашим клиентам, организациям, частным лицам получать полный спектр услуг. Можно по телефону вызвать курьера, который примет все посылки, письма, и оплатив на месте эти услуги, в любой точке России и мира курьер доставит домой. Кроме того, в следующем году в Ненецком округе планируется открытие «Почта-банк» – нового розничного банка, созданного группой ВТБ и Почты России. Клиентские центры «Почта-банка» будут располагаться в отделениях почтовой связи. Глава региона поддержал новаторские идеи и напомнил о том, что почтовая служба во многом обеспечивает жизнедеятельность на селе. Мы должны понимать, идем мы по какому-то пути развития здесь, либо просто сохраняем то, как есть. И вот эти новые услуги, придут ли они на село, либо все-таки пока не останутся в городе, но в поселке скажется. Почтовая сеть и почтовые услуги сохранятся на селе в полном объеме, заверил Григорий Бедрин. Это регламентировано государством. Главная задача сегодня, если не получить прибыль, то хотя бы минимизировать убытки почтового отделения в Ненецком округе. Для того, чтобы повысить доходную часть, городские и сельские почтовые отделения планируют увеличивать количество предоставляемых услуг. В ходе встречи глава региона затронул и тему оплаты труда работников почты. Ни для кого не секрет, что в отделении большая текучка кадров, в основном из-за невысокой по сравнению со средней по округу зарплаты и непростых условий труда. Григорий Бедрин отметил, что работа в этом направлении ведется. В окружном филиале Почты России сегодня работают 185 человек. Почта имеет разветвленную сеть, в том числе 25 сельских отделений, в 10 из которых трудится всего один человек. Сегодня Почта России занимается приемами и выдачей отправлений, выдачей пенсий, социальных пособий, приемом оплаты коммунальных услуг, а также розничной торговлей товарами. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».